Хей, хей! Всем привет, с вами я, Сабендер, и сегодня у нас распродажа идет на коробке удачи за варбаксы, а у меня есть тут почти 100 тысяч варбаксов, я решил себе, как вы уже поняли, покрутить золотую АВМ, попробовать свою удачу выбить, ведь совсем недавно я крутил пушки подписчику за варбаксы, и с 20 тысяч варбаксов выбил ему аж 3 пушки, к сожалению, это были обычные пушки. Кстати, что сейчас вижу, коробочки не лагают и нет надписи «Товар закончился». Блин. Увидел иконку АВМ, надпись «Навсегда», думал «Золотая». А нет, блин, не подфартило. Обычная выпала. Надеюсь, мне данной суммы хватит. Я себе оставлю 1010 варбаксов, чтобы там на ремонт хватало. Скажу вам честно, если она не выпадет, это будет нечто. Я буду орать, как резаная сучка. Но это будет, скорее всего, за кадром. Так. Ладно. Может, я потом это и вставлю, но... Так вот, на чем я остановился. Ах да, крутим золотую АВМ. Кручу, верчу золотую АВМ. Выбить хочу. Давай, АВМ-ка. Просто сейчас, пока распродажи на эти коробки, я решил попробовать себе ее выбить, знаете? Ну, коробочки, давайте, АВМ! Блин, ну вот нахрена мне эти знаки? У меня их так, 81 одна штука. Да, хотел сказать 81 штук, и сказал бы, как человек, который, мягко говоря, хреново владеет русским языком. Хотя, если честно, я им и так довольно хреново владею. Так... Ух, да. Это, конечно, скажу вам честно. Варбаксики тикают, а АВМочки все нету. Наверное, надо раздеть моего персонажа. Ну как раздеть? Снять с него все. Так, ой, не то я что-то взял. Так, стоп. Где ты, моя СВДуля? Так. Так, где ты, Браунинг? Так, и поставлю себе стандартный нож. Так, ну, надо поставить себе все стандартное, так. Надеюсь, мне выпадет эта золотая штука. Перейду еще на канал ПВЕ. Так. Давай, АВМочка. Кручу, верчу, голд АВМ себе хочу. Да, ни хрена. Ох, что-то меня как-то напрягает эта ситуация. Уже мурашки по коже. Чё за нафиг? Варфейс, ты чё, меня знаками кормишь? Нахрена мне знаки, ты мне дай золотую АВМ. Я себе хочу золотую АВМушку. Попробую сейчас такой брать по 5, по 3 коробки. Может, выпадет. Это золотая... АВМуля. А может и нет. Но я надеюсь, что все же выпадет. Да, дым. Флешка. Ну нахрена мне флешка? Я все равно ее не юзаю. Она мне что шла, что ехала. Эх, опыт. Нахрена мне только этот опыт? Так как все-таки я не особо спешу с прокачкой персонажа. Он же у меня все-таки не тачка. Вот если бы была тачка, то можно было бы сделать тачку на прокачку. Ох, блин, да еще и шея так хрустит. Это, конечно, скажу вам честно, какой-то недобрый знак, то, что она хрустит. Ох, жопой чую, просто солью я свои варбаксы и дрени фени. Так, давайте 3 коробочки. Ну-ка, я верю, что тут сейчас будет золотая ВМ. Блин, гадства нету. Слушай, золотая ВМ, ты вообще есть в этих коробках или нет у тебя? Ты все-таки пушка за варбаксы? Ой-ой, что-то сейчас так она как-то... С опозданием выпало. Блин, я уж надеялся, в последней коробочке будет
Золотая АВМ, а ни хренашеньки нету. Кстати, сегодня на Warface вышло какое-то там обновление 7 мегабайт. Честно говоря, я вообще без понятия, о чем оно, наверное, фиг с печеньки. И еще там какая-нибудь хренотень. Блин, что за говно? Ну какого хрена? АВМ, сколько мне надо тебя еще штук выбить, чтобы мне золотая выпала? Так. Три. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, да, конечно, три коробочки. Ну, золотая АВМ. Давай, падай. Зараза она такая. Ядрить тебя налево. Да, ну хоть опыт падает. Хорошо, что я хоть не 80-е звание, а то бы... Было бы ноль опыта. Так. Да и опыт, в принципе, там какой-то мусорный сыпет за 50 опыта. Ой, да. Это, конечно, не есть хорошо. Знаки эти. 93 знака уже. О, я, кажется, знаю, что буду делать с этими знаками. Походу у меня... Будет намечаться заход на ПВЕ. Наверное, в следующий раз я соберу побольше сумму варбаксов. Два знака, да что ж ты будешь делать? И буду крутить золотую АВМ-ку. Думаю, попробовать собрать где-то 1300 варбаксов. Надеюсь, до окончания моей випки соберу. Буду усиленно крабить ПВЕ миссии и РМчик, потому что, блин, ну я уже столько варбаксов слила этой золотой хреновины, так и нету. Печалька, просто печалька. Да, это, мягко говоря, нехорошо. Да. Очень нехорошо. Просто катастрофа. Да. Давай, падай, паскуда. Да, одни флешки. Ну вот, блин. У меня осталось тут 7000 варбаксов. Давай, АВМ-ка, я верю. Ты можешь выпасть. Но почему она людям выпадает с довольно маленьких сумм варбаксов? Мне... Же, блин, ни хрена не хочет падать. Кроме этого мусора в виде обычной ВМ-ки. Что за везение? Какого утопленника? Да, конечно. Ох, чую, ни хрена мне не выпадет. Ребят, и я в жопе. Сейчас возьму три коробочки. Кстати, у меня там еще останется на пару коробочек. Сейчас возьму до пяти. Так, давай, сука, ни хрена, и опыт падает, 50 опыта, так, ну, наверное, я смогу взять еще одну коробку, так, и еще одну, и у меня тут остается 10041 варбакс, если тут не будет золотой ВМ-ки, сука, не выпало это говно, ну вот, просто охренительно. Вот гадство. Ну что я вам могу сказать, ребят. Конечно, хреново, что мне эта пушка не выпала. Блин, я так ее себе хотел. А она взяла и не выпала. Печалька. Просто очень большая печалька. Ну, наверное, мне стоит посластить в свою жизнь парочкой конфет, которые у меня тут есть. Но боюсь, она... полностью мою жизнь не подсластит. Я в печальке, ребят. Короче говоря, всем спасибо за внимание. С вами был я, Остап Бендер. Так что, если вам понравилось данное видео, то не ленитесь, поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем спасибо за внимание. Пока, братюни.
Сука, что за говно тут происходит, блять? Какого хрена? Столько слил варбаксов на эту АВМ-ку, а она взяла, падла, и не выпала. Сука, блять, как у меня горит. Ну я и идиот просто-напросто.